странно. Потому что как бы... Тихо! Тихо, тихо, я вообще его не заметил, перед глазами только что появился. Так, оп-оп-оп. А! Ты что делаешь, наркоман? Ты что делаешь? Ди, топо! Лех, ты как? Да нормально, чё? Нормально? Нормально, блин. Вы сейчас не поверите. Я вернулся в голодные игры. Да. В принципе, ребята, всем привет, с вами Лев, и спустя больше года уже я записываю видео по голодным играм, ребята, да. Записывать на Вайнворде я больше их не буду, буду записывать, наверное, на этом только сервере, возможно, еще на Хайпикселе, там тоже есть свои типа голодные игры. Ну, там чуть-чуть по-другому, но все-таки. Еще есть на HiveMC, ну, тоже свои там голодные игры. В принципе, ребята, сегодня поиграем на сервере Backplay, и, в принципе, думаю, может быть, он вам даже известен, потому что его немножко пиарили там где-то полгода назад, или раньше, эти сами, ну, небольшие такие ютуберы, ну, типа ютуберы, я их ютуберами не называю, да, но все-таки. В принципе, окей, ребята, в принципе, я даже не знаю, что сказать, потому что, как бы, так давно уже не записывал голодные игры, то, что уже даже не знаю, что сказать. Сразу, ну, давайте я скажу то, что я играть буду ужасно плохо, потому что я просто-навсего уже давно реально не играл в них. Я как бы в них играл, ну, то есть я захожу иногда в голодные игры, там, на стримах, там, может быть, чуть-чуть, но... не, на стримах давно уже было. Но, ребята, в любом случае, как-то не знаю, все равно это мало для профессиональной игры, поэтому я играть буду плохо, сразу говорю, поэтому не надо как бы мне писать или там, не знаю, угорать надо мной, что я играть не умею. Это правда, я уже все сам сказал. Ну хотя как хотите, не, в принципе, мне пофигу, да. Плохо я играю или хорошо. Не, ну это, конечно, важно, но в том смысле то, что вы там напишете, это, наверное, вряд ли вы напишете такое. Ну, кто знает, да. Так, давайте пойдем к куполу, да, потому что в голодных играх есть купол, кто не знал, ну хотя это вряд ли, то, что вы не знаете об этом, это слишком будет странно, потому что как бы... Тихо! Тихо, тихо, я вообще его не заметил, я его перед глазами только что появился, нет, я его заметил чуть раньше, но все-таки... А, нет! Ну все, минус я, короче, ребят, ну, короче, мне жопа, прощайте. Простите то, что я так плохо играю, нет, я хочу жить, пацаны, я хочу жить. Люди, я хочу жить, у меня есть лук. Нет, нету. Фух. Но оторваться будет сложно. Так, на... Ага, я понял, что Сань пошел нахер, понял, да? Да, это чит! Сундучок, вот там сундук, возьми! Вот, давай тебе еду оставлю. Ням-ням-ням. Вот твоюга. Беги! Да, я инвентарь открыл, я не на ту кнопку нажал. Блин, капец. Ну, короче, пофигу. Сейчас, ребята, затащим. Это просто первый раз, в принципе, не считается, да. Я, кстати, первый раз записываю сейчас голодные игры, то есть это первый дубль, поэтому, наверное, даже записывать не буду, перезаписывать. Поэтому, если какой-нибудь бред скажу, то простите меня, ну, типа... Типа, да. Записываю с первого дубля, потому что, типа, живые эмоции, вся херня... Вся фигня. Все хорошо. Да. В принципе, ладно, да-да-да. Короче, что еще пока что хочу сказать перед началом игры про то, что я буду записывать их чаще, да. Я поспать могу. В лобби просто. Поспать. Окей, ладно, ребят. Увидимся тогда, когда начнется игра, а то тут, наверное, еще полгода ждать. Короче, какие-то дебилы попались, как видите, тут уже. По чату, да, вот видите, ник его, какой-то дебил, какую-то херню пишет, короче, да, сосать, типа, а, как смешно вообще, да. Я так понимаю, какой-то читер, что ли, тут, окей, в принципе, вообще непонятно, дичь происходит, я, короче, решил поиграть с новым текстурпаком Майнкрафта, то есть это майнкрафтовский текстурпак, это не какой-то текстурпак, сразу говорю, то есть самого обычного Майнкрафта 1.14, да. В принципе, решил установить, ну как установить, просто поставить его, он у меня как бы и был. Дебил, ты чё меч не забрал? Я как бы пытался кликнуть, но что-то не получалось.
Ладно, ребята, ну в принципе у нас уже есть железный слиток, если еще один найти, можно сделать меч, еще палка нужна. Так, челик, лучше нам, конечно, с тобой не идти, ну конечно. А тут с самого начала уже бить можно, видите, уже кто-то умер. Так, хорошо то, что я листву такую сделал, просвечивающуюся. Потому что так вообще было бы сложно. Так, оп-оп-оп. Ты что делаешь, наркоман? Ты что делаешь? Ди, топо! Я ждал сейчас минут 20 новой игры. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? А вот это хороший вопрос. Я вам отвечу. Ребята, я сейчас минут 20, я не сидел такой, с включенной записью. Просто сидел и охееть, меня подстава долбаная. Меня подставили, ребята, капец, какая жесть. Блин. Да что за херня, да что это? Я не знаю, к сожалению, здесь игроков маловато играет на этом сервере. Это обидно, потому что... Телефон молчи. Короче, это обидно, потому что сервер достаточно интересен. То есть здесь вроде как еще какие-то мини-игры есть, дуэли какие-то, тут жесткие просто жопа. У ХК голодные игры, я так понимаю, Survival Games, да? А, кстати, здесь называется Survival Games, это типа, ну, типа, выживание, игра выживания как-то так переводится. А, Не, раньше же игра называлась «Голодные игры», ну типа, всегда было так «Hungry Games». А сейчас на многих серверах пишется «Survival Games», но на самом деле ничего не меняется от этого. Вот уже 51 онлайн. Где люди? Люди, люди, вы где? О-о-о, тихо, все, понял, понял, спасибо. Лев, ты как? Да нормально, чё? Нормально? Нормально, блин. Нормально всё. Да какой роман, блин, чё твоё... Боже! Намано, намано, всё. Всё, я написал, короче, блин! А сколько игроков? 11, 12, нихера, половина игроков. Кстати, какой-то чувак зашёл, синий ник, это я не знаю кто. Это, наверное, какой-нибудь модератор. Зашли, всё, никто меня не найдёт. Да. В принципе, ребята, как-то так получается. Сейчас у нас начнётся постепенная игра. Давайте... Подумаем сейчас, в каком сундуке лучшие вещи будут лежать. Может быть, здесь какой-то рандом повторный. Например, если залутать там второй сундучок или третий. Но, видите, например, если вот этот крайний залутать, может быть, там лучше вещи или в середине лучше. Как вы думаете? Все, большинство игроков пойдут сюда лутать, потому что здесь ближе, это логично. Бляха. А с другой стороны нет, с другой стороны здесь больше прибегут. Вообще 15 игроков, ну вообще жесть. Какой-то с нами. Я так понимаю, админ или человек, который... Модератор какой-нибудь, я не знаю. Давай. Начинаем игру. Ну, просто, ребят, бомбанул немножко вчера, потому что... Ой, вчера говорю, в прошлой катке, потому что... Да, здесь лучше вещи, здесь лучше вещи. Морковку не дали. А, нет, 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 только меня не бейте, пожалуйста. А чё они невидимые? Сейчас не понял, там только один чувак со мной. Видимый был. Либо это просто прорисовка, либо это сервер. А если это сервер, это плохо. Надеюсь, что таких проблем у нас не будет сегодня. Что за мотоцикл? Тихо, бежим. Оп-оп. Да за мной не беги, собаки, вы задрали. Чё вы... Я пытаюсь, наоборот, убегать куда-нибудь к куполу, блин. Посмотри, за мной бежит тварина такая. Посмотри, пацаны, нет. Это понятно. Это всё, это понятно. Да, она за мной бежит. То есть, всё, надеваем броню тогда. Бля, пожалуйста, дайте сундучок, пожалуйста, ну я молю вас, пожалуйста. За мной какой-то мразь идет какая-нибудь. Какая-то. Все, я в тупике. Если не будет сундука, мне жопа. Мне жопа, спасибо! Тихо, shift. Shift, skill. Этот самый, как он называется? Спрятался, тихо, 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 видите, ник? Бляха, надо сейчас осторожненько найти меч. Если я его не найду, мне жопа. Любой, хоть палку дайте. Засуну куда надо, блин. Все, тихо, тихо, тихо. На шифте, на шифте, на шифте. Брони, конечно, немало так сворвал. Красавчик, чё. Тортик. Зато есть. А чё, мне тут нравится? А, это первый этаж. Не-не-не, я вообще в подвале был, оказывается, ясно. Это, короче, секретный проход в этот дом. Поэтому, если вдруг вы увидите эту карту, знаете то, что... А может быть это... А нет, это нихера не секретно. Не-не-не-не-не-не-не. Где сундуки, пацаны?
Вообще, где я на сундуке? Это же... Кстати, этот мини-режим... В этом мини-режиме, то есть именно на этом сервере, здесь достаточно много сундуков. Везде они. Их тут явно много. А здесь чего-то нету. Чё за хрень-то такая? Подлесть-твойств-то то много. Надо к куполу идти. Вот он, тот самый купол. Спасибо. Ну, за палки тоже, конечно, спасибо. Так, надо убегать отсюда сразу. Я не хочу, чтобы меня это самое убили. Я хочу хотя бы защищаться. Пусть меня убьют хотя бы с мечом. Это будет честнее куда больше, блин. Кстати, старая добрая удочка. А то ее на Скайварсе. На Скайварсе она тоже есть, на Хайпикселе. Да-да-да. Первый раз играю на этом сервере вообще, на видео. Поэтому достаточно круто. На самом деле, этот сервер был какой-то похожий сервер. Прям то же самое примерно было. Только, ну, именно голодные игры такие же были. Прям точь-в-точь. Но что-то там с сервером случилось. Там наплыл, короче, русский онлайн. Может быть, из-за этого закрыли. Фиг его знает. Хотя онлайн там был, по-моему, по 200 человек. Там какой-то чувак. Ну его нахер, как говорится. У меня уже фулл броня. А давайте мы снимем броню. Я не знаю, может ли снять ее. Стоит или нет. А нет, уже не стоит. Уже хотя бы защищаться смогу. Может быть, не так сильно, как хотелось бы, но уже хоть как-то. Уже как-то, ребята, да. О, у него текст розовый у чувака, который пишет. Хорошо. Хорошо, я не против. Я сунда боюсь, понимаете? Я логично просто боюсь, потому что, да. Я боюсь, потому что не хочу умирать. О, у них там заруба. Жесткая прям. Кстати, на шифте 2 не открывается. Кто не знал. А, кстати, это комнатка для прятания. Вот сюда взял такой, спрятался и все. Заепохтить зато игрока можно уже хорошо. Не на всех серверах, по-моему, на Кубкрафте вообще непонятная там команда нужна. По-моему, там вообще епохтить нельзя. Там одни читаки играют. Ну, в Lucky Ivins там не особо много читеров, а именно в обычном Скайварсе у них там на Кубкрафте там вообще жопа. Тихо-тихо, у меня сейчас... Всё, он спалил меня, это 100%. Спалил. Буду на шифте ходить, я не хочу умирать. Хотя фиг его знает, может быть и хочу. Да. Ладно, это тупо. Давайте до дедматча попробуем выжить. Совсем уже забыл то, что есть и дедматчи всякие вот эти. Дедматч, да. Так, он уже прям тут. Так, все. Иди сюда. Ну, конечно, жестче меня. Ну, ребят, ну попытаться-то стоит, ну вы чё? Не, ну нахер. Ну нахер. Спасибо, нет, спасибо. Подождите. Спасибо, нет, спасибо, блин. В фонтане тоже возможно сундуки. Слышу шаги. Надо вообще громче звуки сделать. На 13%. Тиховато, ребята. Вы немножко тише будете слышать, чем я. У меня же на максимум почти стояло. Сейчас я на максимум поставил наушники. Так, это дерево, наверное, лутал уже я, но проверь еще раз. Да, это я, наверное, был. Ну, типа, да, это я. Окей. Ой, подвисло. В принципе, видео может быть и большим получится, но все-таки я хочу оставить, так сказать, ламповость в голодных играх. Не буду особо тут перематывать моменты, поэтому я там где-то, конечно, буду, но делать это меньше, потому что ребята считают, что вообще это как живая съемка будет, то есть особо не буду тут ничего вот это мотать, перемотки эти, что-то, может что-то вдалеке открылось. Ага, какая-то тень. Ты ёпта, дыра закрылась. А там была одна дыра. Тихо, на шифте осторожно. Блин, какое-то страшное место, иду вообще обосраться. Тихо. Оп, факел. Здесь Хиобдин живет, ясно? Мне Хиобдин уже в своем летсплее хватит. Тихо. И чё? А где сундук? Не, наверное, я слепой. Хотя могу ошибаться. Все, я понял.
Ты что делаешь? Не делай так никогда, тихо. Допустим. Зову кого-нибудь по дороге. О! Еще сундук, ладно, тогда еще ладно. А, это тот же. Да, это тот же самый, ну окей. Ладно, ребят, все, я тогда понял. Какие-то чуваки. А, это кто-то билдеры какие-то были. Окей. Ну да, прикольно сделано. Вообще сюда случайно попал. Чуваки, мне бы меч. Я не знаю, может быть тогда топор взять. Но хотя бы камень, хотя бы лицо сломать может посильнее. Хоть и он одинаковый, но все-таки. Мне кажется, то, что это будет посильнее. Так. Лук тоже возьму, хоть у меня стрелы нету. Стрелы, кремень и палки нужны. Палки более-менее, ну, одну можно потратить. 4 стрелы я могу сделать, но у меня нету кремня. А кремень добывается из гравия. А гравий здесь не ломается. Поэтому надо искать в сундуках. Логично. Ух ты, там какой-то чувак. Он сейчас меня раздавит на своем самолете. Так. Тихо. Ага. Ну, здесь понятно, здесь уже кто-то был. Мисочка. А вот мисочки брать надо. Мой вам совет, потому что грибы здесь ломаются, ребят. Смотрите, цветочек, бац. Ладно, здесь ничего не ломается, я пошутил. Ну, я не пошутил, ну ладно. Я думаю, то, что ломается. Грибы с небольшим шансом и в сундуках появляются. Поэтому, да. 4 игрока, кто-нибудь умрет, и все, да. Спавн. Зачем я 3 раза открыл его? Я после спавн. Он всех зовет, типа, на спавн. Слышь, чувак, ты чё мне тут? Не указывай, что мне делать, понял, да? Знал бы я еще где спавн. Берет такой, указывает мне куда идти. О, сундук! Нихера я прям вообще, у меня глаза широкие. Тихо. Прям вообще. Не, ну типа в темноте-то заметить, все равно сложновато. Но вот, все-таки нашел. Короче, он хочет, чтобы мы на спавн пришли. Окей, давайте подойдем. Сдохну хотя бы. Бомбит, что ли, или что, или просто большими буквами пишет. Нет, мы слепые, не заметим то, что что-то кто-то пишет. На самом деле, когда в чате что-то пишет, все время это очень хорошо заметно. А он тут еще большими буквами пишет. Да-да-да. Где спавн? То есть, если там купол, значит, я правильно иду. Бля, ну я по-любому из-за него не умру потом. А, вот спавн. Это спам, но я буду вокруг него близко ходить. Я не буду около... Я в центре опасности не буду находиться. О, меч. Меч это имба. Даже каменный. А! Ты что делаешь? Ивад! Модератор читер, что ли? Вы что, издеваетесь? Он просто меня за... Я так и знал, что он нападет. Именно он, я знал это. Я знал, вы понимаете? Я знал это. Бляха. А он специально написал спам, чтобы... кого-нибудь убить, и начался дэтс-матч. Только сейчас, до этого додумался, блин. Он взял и прям вообще спокойно убил, так что убил просто мечом своим. Окей, ребята, в принципе, может быть, не особо. Я хоть и тут кого-то, по-моему, даже убить смог. Или нет? Нет, по-моему, здесь никого убить даже не смог. Ну окей, ребята, тестовая серия, 4-я серия. В принципе, уже год назад записывал, даже больше, поэтому... Ничего страшного, в принципе, бывает. Буду учиться, может быть, там все и через 10 я уже как-нибудь начну по-нормальному как-то что-то делать. Нихера себе, того убили. А, это, наверное, даже его вещи. Да, это его вещи, алмазный меч. Яблоки, охиеть! Вот бы мне такие вещи. Это железо, алмазный меч, охиенно просто. Чувак, беги. Давайте хотя бы досмотрим этот момент. Чувак, ну ты нагрудник надень по-братски, пожалуйста. Ты ж не тупой. Вали его. Вали! Нет! Ну железник это читак. Ну не... Ладно, он не читак. На самом деле... Чувак с голубым... А, бирюзовым ником, точнее. Он был не читер, ну просто... Он меня так зарубил сильно, то что... Показалось то, что он читер. Возможно то, что это просто он... Возможно то, что я настолько лох, то что я даже... 2 удара сделать не могу, короче, да.
Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, цените видео, всем спасибо. Пока-пока. Короче, буду записывать достаточно часто пытаться, да. Короче, все. Всем спасибо, пока-пока.